Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления макаронных изделий. На примере плоской лапши. Варить макаронные изделия лучше в металлической кастрюле. Наливаем пол кастрюли холодной воды. Кастрюлю с водой ставим на плиту, включаем огонь и даем воде закипеть. В кипящую воду высыпаем лапшу, помешивая ложкой. Вода с лапшой закипела, теперь надо посолить по вкусу. Засекаем время, когда закипела вода с лапшой. Вариться лапша будет 10 минут от данного времени. Лапша, рожки варятся 10 минут, а вот спагетти надо варить 20 минут. Солим по вкусу и добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Все перемешиваем. Растительное масло не даст лапше слипнуться после варки. Лапшу, сваренную с растительным маслом, не надо промывать. Прошло 10 минут. Мы выключили огонь. И сейчас лапшу опрокинем на сито. Немного помешаем ложкой, чтобы вода ушла через сито. И лапшу из сита перекладываем в кастрюлю. Лапша готова.